У королевы красоты из Омска хотят забрать корону. У победительницы конкурса красоты «Миссис Сибирь» Амички Ирины Ви организаторы конкурса намерены отобрать титул «Вице-миссис Хрустальная корона Сибири 2016» и уже потребовали вернуть назад подарки. Причиной послужил пост в социальных сетях, где девушка раскритиковала призовой фонд мероприятия. Цитирую. «Подарок выглядит таким образом. 5 журналов за прошлый месяц, в одном из них 2 карточки на 1000 рублей в магазин. Жаль, что карточки эти до 15 ноября действовали, а конкурс прошел 27 ноября. Организаторы заявили, что конкурсантам нельзя негативно высказываться об участницах, партнерах, организаторах, жюри. Это влечет за собой лишение титула и аннулирование призов. Ирина Ви намерена обратиться за помощью к юристам. На основании чего? Я ничего не комментировала. Я выставила достаточно сухие комментарии, вернее, сухой пост касаемо того, что в пакете лежит то и то. От чего такое происходит? На что она мне сказала, что разговор закончен, и моя поездка на «Миссис Россия» тоже аннулирована.